Всем привет, дорогие друзья, с вами Юрок Игрок, продолжаем играть Зло внутри нас. И это уже, по-моему, если моя память не ошибает, пятая серия. Итак, ну что ж, мы идем на необычный сигнал. Что у нас по оружию? Ни хрена. Нет, дробаш есть. Цветочек можно вот аленькую сорвать. Не засек вроде. А нет, засек. Вы чё, ёбнутый? Вы нахуя живого человека? Дураки. Дураки. Зеленую жижу. Непонятно зачем. Топорик. Топорик уже есть. И что это? Ага. Извини, братан, мне нужнее. Что тут ему теперь? Ой-ой-ой-ой, запили. Отпусти меня. Я отведу тебя в безопасное место. У нас есть припасы. Давай со мной, я могу вывести тебя отсюда. Давай со мной, я могу вывести тебя отсюда. Понятно. Что, нельзя залезть? Эх. Опять возвращаться надо. Он там пиздит так жестко. Братан. Нормальный пацан был. А? Это я ж тут был, получается. От метриков осталось. Получается, нам сюда. Документы. Буклет. Добро пожаловать, Юнион. Оружейное чудо природы. Понятно. Что это значит? Не входи, что ли? Это что, для меня? Ты
Да походу, ну. Возьму-ка я дробашек. Узнаю этот стиль. Снова он. А кто это, блядь? Камера, снимающая останки жертвы. Ну да. Какая-то дичь. Черт, куда он делся? Опять. Художник хуев. Три башки. Что за чертовщина? Мерзость. Блять, дробаш кончился, это хуёво. Ну, довольно-таки интересное у него искусство. Какая дрянь. Каждому свое, хули. Так, ну чё? Смотришь, да, за мной? Опять ни хрена не понятно. Куда нам? Вижу. Это слишком. Даже для этого мира. Убежище Анила вот здесь. Пойду, что ли, расскажу ему последние новости лично. Так.
Убежище. Давай вернусь к Анилу, чё. Ой, там картинку какую-то нарисовали. Ты нашел их? Они мертвы, но судя по тому, что я видел, без них будет безопасней. Они собирались убить здесь всех и каждого. А, ситуация Альфа-1. Не самая плохая идея, должен сказать. Но ты даешь, Анил. Ты просто нечто. Я просто реалист. Всех спасти нельзя. Это невозможно. Не зря придуманы экстремальные протоколы. Если бы они не создали эту дурацкую машину, никаких протоколов бы не понадобилось. Возможно. Но посмотри, что они сделали. Это же невероятно. Да ты просто образец корпоративной этики. Надеюсь, тебе воздастся за твою лояльность. Потому что пока компании насрать на тебя. В смысле? Они же тебя сюда прислали, нет? Прости, я не хотел тебя разозлить. Вот, сделал для тебя еще немного. В качестве благодарности. Бахну кофейку. Что-то рубит, ебать. Сразу становится легче. Ну да. Кофеек все-таки. Что-то тут ничего не появилось. Так, ну что, давайте что-нибудь замутим, создадим, так сказать. Создать предметов. Пистолетики. Патроны для дробовичка, электроболты. Есть у меня один, да? Взрывной болт, птичка. Все это у меня есть. Сколько? 64 создам. 10 патронов создам. И хорош. Дробовичок. Вот 7 из 7. Да, пистолетиком добьем еще. Улучшение. Дробовичок. Емкость. Меня интересует емкость. Особые детали. У меня их хуй сосать. Так, ладно. Перезарядка. И скорострельность, конечно же. Так, огневая мощь. Огневая мощь тоже нужна. Так. Подожди. Пистолетик. Емкость магазина. Стрельность. Бля, все, детальки кончились. Ну что ж. Девочки, мы пойдем сначала вот сюда. Ой, промазал. Вот сюда детали винтовочки заберем.
Че, не пройду? О, блядь, ну-ка. Ты что там, кого я там отпиваешь-то? О, а тут что? А тут что? Эти твари стащили тела в одну кучу. Но зачем? Хуй знает. Братан, а чё тащишь? А нет. Не расскажет. Заебали эти бутылки. Согрешил, но только не это. Умоляю, я. Боже, прости меня. Боже, прости меня. Пожалуйста. Умоляю, Господи, прости меня. Здрасте. Боже, прости меня. Все нормально? Боже, Боже, прости меня. Я думаю, нет. Боже, умоляю тебя. Что за хуйня? Охуеть можно. Чё за нахрен? Да мочи ты, сначала стрельни, потом подойди. Топориком. Это типа они так появляются, что ли? Будничный, смотрю. Кто там? Нахуя? Потом послушаю. Надо винтовочку забрать. Ну, я тут был, да? Да. Мои трупы. Что такое, блядь? Опять ты, залупа конченая. Ебись. Все, проебал. Thank you.
Иди. Я сквозь стол хожу, я хуею вообще. Что за глюк? Ой, как она глючит все-таки, это игра. Пойду в убежище, да ладно, хрен с ним. Потом вернусь попозже. Похуй. На убежище надо. Не перепрыгнешь? Перепрыгнет. Цветочек аленькой. Чё? А, о. Это обычный. Почему я не удивился, ебать, а? Понятно, опять это кобыла ебучая здесь. Сохранение. Сохранили. Компьютер. Что еще есть? Подожди. Дымовая шашечка, нормально. Отчет. Вербуют спецназовцев каких-то. Что, не перелезешь туда?
кофею. Ладно, кофею мне не надо. Компьютер. Кажется, тут понадобится пароль. Ну да, да, понадобится, походу. У тебя пароля нет, да, мужик? А чё, я же его обследовал вроде. Блять, ну надо как-то... это? Чем угостить ее можно? Как кидать гранаты? Какая страшная хуйня была. С трех выстрелов только мочится. Блять, вот чё за глюк такой непонятный? Только что здесь было, ничего не было, сейчас все появилось. Эти детали подойдут к сломанной снайперской винтовке. И уже сквозь стол не ходит. Создание предметов. Нормально. Подожди, как? Снопу. Магазин. Их чуть-чуть не хватает. Скорострельность. Так. Снопу возьмем вот сюда. Ух ты, прикольно. Так, ну что? Возьму пока дробаш. Пойдем Лили искать.
Еще один он. Нихуя ее разбрасывает, конечно. Не убил? Ладно, поменьше возьму. Блять, не вижу поменьше. Эх, промазал. Да как так-то? Убил. Иди к папе. Так, ладно, ту синюю хрень не будем подбирать. Опять какую-нибудь зеленую жижу дадут, она мне уже заебала, эта жижа зеленая. Тут разлили что-то. Сюда, наверное. Лили, все хорошо. Это я. Вламывай. Так, спокойно. Как попасть внутрь? И чё? Это ее кукла. Лили была здесь. Кукля. Походу, этот мужик за ней охотится. Лили, господи, она в беде. За нею гонится. Нужно посмотреть снаружи, куда выходит это окно. Кто-то тут есть, прям отвечаю, прям чует моя жопа нахуй. Как он двери прям открывает, страшно нахуй. Так, улики. Ладно, Лили, куда же ты убежала? Опять? Не понял. Какого? Еще сигнал. Хорошо. Я иду, милая. Держись. Где ты?
180 метров. Ну что, сбегаем? Чё? Что за новая хуйня? Так, я вас не трогаю, вы меня тоже. Идет. Перевернутый город, блядь. Что тут у нас? Запчасти. Бутылка. Никому нахуй не нужны. Что нашел? Порох. Стоять. Говорит, войти можно. Вот заебись. Черт, опять эта тварь. Ну, еще разочек. Еще разочек. Ничего не понял, что произошло-то? Хуйня какая-то. Что там? Следы. Куда следы ведут? Кровь. Не меньше пары дней прошло. Надеюсь, это не кровь Лили. Ну да. Я думал, ты в хатку бежала. Так, ну что? Опять новая точка. И теперь Лилия у нас здесь. Сколько можно бегать, Лилия? Я хуею с тебя прям.
Что у меня? О! Вижу. Слава богу. Чего слава богу-то? Похоже, она тут пряталась. Под машиной? Нет, около машины. И куда-то уебала. Наверное, побежала на склад. Умница. Топорик. Что тут у нас есть? Дохлый мужик есть у нас тут. Опять она. Мертвый ублюдок какой-то. Ну, кстати, не так уж и далеко. Ты где? На крыше. Чё, как дела, братан? Патрончики. Так, ну что? Что? Нам на складик. Полетели. Что это? Топорик у нас есть. Бензин разлитый. Мужик дохлый. Как сюда войти? Черт. Надо подвести электричество к двери. Наверное, этот провод ведет к источнику питания. И чё ты мне предлагаешь, нахуй? Она в рот! Успел. Так, источник питания, да? Как сюда залезть? Блять, как залезть-то? Ага, все, вижу. Залазим. И спускаемся нахуй.
Так, тут у нас припасики есть небольшие. Мы, конечно же, их соберем. Я куда пришел-то? Блять, вон она, эта хуйня. Залазь. Кончита ебаная. Берем жижу, открываем забор, взяли топорик, возьмем еще жижи и наконец-то мы включим свет. Опа! О, другой разговор. Кажется, сработало. Открываем хотенку. Разве? Лили! Ебать, черт. Так пугать нельзя, нахуй. Так, ну что, дорогие Лили! Друзья, продолжим в следующий раз. И будем искать Лили. Лили! Ну а пока оставляйте комментарии, пишите лайки. Я говорю, пишите комментарии, оставляйте лайки. Вот в таком порядке, а не в котором первый раз я озвучил. Ну и, конечно же, всем любви и удачи, и побольше денежек. Пока-пока.